Вот у нас Сеня пасется. Он сегодня, к сожалению, останется дома. Можно было бы, конечно, его взять с собой. Но в то место, в которое мы пойдем, его, к сожалению, не пустят. Вот. Поэтому сейчас он погуляет у меня. Погуляет у меня, малышака. И будет дома ждать. Когда мамка вернется. Ну и что ты хочешь-то? Я не понимаю сейчас. Что там такое интересное? Что-то унюхал. Может быть, пойдем? Пойдем, пожалуйста. Нам туда надо. Пойдем, давай, вперед. Вперед, молодец. Умница. Разумница. А, как всегда. Гимнастка.